Сердечно-сосудистые заболевания являются главной причиной смерти во всем мире. В России ежегодно из-за них умирает больше миллиона человек. Нездоровое питание, низкая физическая активность, нездоровый образ жизни – факторы, которые серьезно повышают риск заболевания. Даже спортсмены не застрахованы от болезни сердца. Но в 80% случаев можно избежать летального исхода, выявив заболевание на ранней стадии. Российский футбольный союз, УЕФА и сборная России по футболу напоминают о важности ежегодной проверки сердечно-сосудистой системы и рекомендуют вести здоровый образ жизни. Играйте в футбол и берегите свое сердце.